Всем привет! Меня зовут Чао Сю. Если бы мне посчастливилось побывать в космосе, я бы, несомненно, взял портрет или фото моей семьи. Потому что в Китае семья – это самое важное, и я хочу, чтобы мои близкие, пусть даже на бумаге, разделили со мной это удивительное событие. Второе, что мне необходимо – это музыкальный инструмент, потому что это важно для моей души и для моего сердца. К тому же я стал бы первым космическим музыкантом. В-третьих, я буду банальным. Какой китаец обойдется без вкусной любимой еды? Вот и я. Не я, когда голоден. Три составляющие успеха – это близкие люди рядом, духовное и физическое здоровье.